Начнется ночь, как колыбель младенца, чтобы убаюкать все твои мечты. Покажется, что никуда не деться от этой безымянной темноты. Но ты вернешься к самому началу, где розой распускаются ветра, и скажешь то, о чем молчала вчера, вчера. А счастье горячее и настоящее так близко, всего только пара шагов. В каких облаках ты витаешь, красавица спящая? Проснись, тебя ожидает любовь. Проснись, тебя ожидает любовь. Лежи, лежи. Я приготовлю завтрак. Я буду только кофе. Нет. Ты у нас воротила рекламного бизнеса. Тебе нужен хороший, плотный завтрак. Я с твоими завтраками, Сереженька, стану 97-го размера. Разве такое бывает? Лучше не проверять. Боже мой! Кто же придумал эти 90-60-90? Кстати, а ты помнишь, какой сегодня день? Конечно. Сегодня 31 декабря. День защиты моего проекта. Сегодня ровно год, как мы познакомились. Год? Как странно. По мне такое ощущение, что уже лет 50. Знаешь, я тут подумал. Я думаю, Сереж. Послушай, а не очень ли все это смело, а? Может, надо было делать акцент на детях? Машенька, милая моя, солнышко, ты даже не представляешь. Ты даже не представляешь, как я рад это слышать. Возможно, мне надо было в расчет брать что-то, что-то более консервативное. Знаешь, я всегда мечтал о детях. А с другой стороны, это же Франция. Нет. Франция? При чем здесь Франция, я не понимаю. Нет. Все правильно я придумала. Все так и должно быть. Ярко, экстравагантно, красиво. В конце концов, целевая аудитория моего проекта – это успешная деловая женщина. Будь собой вместе с Weber Cosmetic. Да. А дети? Дети, к сожалению, не всегда были помехой карьере. Так ты о работе? Конечно. А ты что, забыл? Через 2 часа презентация моего проекта. Да, конечно. Интересно, какое лицо будет у Феликса? Феликс, у тебя такое лицо, словно ты в женскую раздевалку подглядываешь. Вита, это гениально. Это гениально, черт возьми. Да прям гениально. Ну, смело, да. Согласна, ярко. Вита, целевая аудитория в яблочко. Машка гений. Вебер у нас в кармане. Да не, это гениально, Феликс. А главное, кто презентует эту идею?
Что ты имеешь в виду? Я удалила все файлы с ее компьютера. А у меня не есть. Но ведь она работала над этим проектом. Жалко ее как-то. Что? Жалко? Я тоже работала. Всю ночь зубрила. Теперь от зубов отлетает. А меня тебе не жалко, Феликс, а? За что ты ее ненавидишь? Глупости. Я просто себя люблю. Да и потом. Надо же как-то карьеру делать. Ну, Феликс. Ну, это же такая возможность. Я хочу быть начальником отдела. Алло. Да, Феликс Давыдович. Здравствуйте. Все хорошо? Бодра, весела, готова к бою. Угу. Чего? Презентация на час откладывается? Да, черт возьми. Босс задерживается. Он думает, что если он владелец компании, то он может себя вести так, как хочет. Даже в Новый год. Да, понимаю. Ну что, скверно, конечно, но ничего не поделаешь. По-моему, у меня проблемы. Феликс Давыдович, я все поняла, я буду вовремя. Давай. Ну? Что? Говорит, что у нее какие-то проблемы. Ручаюсь. Так оно и есть. Сереж, где ты? Посмотри, она нас опять залила. Посмотри, посмотри. Вижу. Что ты видишь? Ты можешь хоть раз решить эту проблему по-мужски. Маша, а что ты предлагаешь? Я не понимаю. Бабка старая, из ума выжила. Мне что, с ней драться, что ли? Вот ты всегда так. Вот ты во всем такой. Ты не гаркнуть, не стукнуть кулаком по столу не можешь. В нашем доме мужик я. Откройте, я знаю, что вы дома. Ну, чего ты хочешь? Разоралась чего? Вы заливаете нас в пятый раз. Слышите? В пятый раз. То кран, то трубы, то... В третий. Что? В третий, говорю, а не в пятый. Тетерь глухая. Вы что, издеваетесь? Хорошо. Я обещаю, что у вас будут крупные неприятности. Это у тебя. У тебя будут крупные неприятности, золотко. Это я тебе говорю. Вы мне еще угрожаете? Вы заливаете нас в пятый раз, и вы мне еще угрожаете? Третий. Третий. Мое терпение лопнуло. Я подаю в суд, и они взыщут вас по полной программе. Слышите? Вас еще в тюрьму посадят. В тюрьму? Это тебе, мать, в тюрьму посадят. Но не вечером и посадят. Это я тебе говорю. Какая же вы вздорная женщина. У вас ни стыда, ни совести. Хорошо, я сейчас ухожу. Но этот разговор у нас не последний. Все равно всюду опоздаешь. Опоздаешь. Пятый, говорит. Нет. Третий. А сейчас будет четвертый.
Послушайте, а вы вообще в курсе, что лифт не работает? Лифт? Лифт. Ведомство не наше. Она женщина-мечта, уверенная, успешная. Тогда она садится в лимузин и... Добрый день. Я что, опоздала? Я могу продолжить? Да, конечно. Итак, она садится в лимузин, затемнение и слоган. Будь собой, вместе с ВБР косметик. Ну что же, Вита, я приятно удивлен. По-моему, это классно. Поэтому я согласен с Феликсом. Именно вы непременно должны лететь в Париж. Но только не после праздников, как мы изначально планировали. Вы летите сегодня. Так хочет Вебер. Он устраивает праздничную корпоративную вечеринку. И прямо за новогодним столом не прочь поговорить о делах. А у нас с вами не будет другого шанса поймать его в наши сети. О, до самолета 3 часа. Успеете вещи собрать? Конечно. Ну, вот и славно. Вот и чудно. Да. Подождите. Минуточку, я... Честно говоря, мне очень жаль, что это не вы, Мария. Я всегда верил в ваш талант. И зная, как упорно вы работали над проектом Weber Cosmetic, я предполагал, что именно вы поразите нас сегодня, и именно вы полетите в Париж. Я тоже предполагала. Ну, растут новые талантливые кадры, такие как Виолетта Козёл. Козёл. Это польская фамилия. Ну да, ну да. Польская. И они часто обходят нас на поворот. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо. Все свободны, можете ехать домой и начинать праздновать с Новым годом, с новыми творческими достижениями. Благодарю вас. Спасибо. Ну, вы мной довольны? Ну, будет тебе приятно. Феликс, подожди. Я думаю, вам надо кое-что мне объяснить. А что объяснять? Вита едет в Париж. Презентовать мой проект? Ну, так тоже бывает. Послушайте, вы просто взяли и присвоили мою идею. Секундочку, дорогая. Я вам не дорогая, Феликс Давыдович. Смею тебе заметить, что ты пока еще работаешь в нашей компании. И поэтому все твои идеи и проекты являются интеллектуальной собственностью нашей компании. А я здесь генеральный директор. И поэтому позволю мне самому решать, кому куда ехать и что кому презентовать. Хм. Ах, вот что. Значит, интеллектуальная собственность, ой, да? Ой, только не надо истерик, ладно? Ну что за трагедия-то? Мы же одно дело делаем. Феликс, ну как же так? Я всегда считала тебя своим. Ой-ой, ну скажи еще, что другом. Да, другом. Послушай, Маша, жизнь сложная штука. И она порой заставляет нас совершать не самые идеальные поступки. Посмотри на меня. У тебя есть еще шанс все исправить и сделать так, чтобы было честно. Так а что нечестного, дорогая? Главное, кто первый пришел к финишу. И неважно как. Судя по результату. По результату, говоришь? Угу. Хорошо.
ты уже дома? Здорово. Слушай, у меня для тебя сюрприз. Хватит с меня на сегодня сюрпризов. Что случилось? Меня отстранили от проекта. То есть, как отстранили? Почему? Потому что кое-кто в нашем агентстве хочет выехать на чужом горбу. А если быть точнее, на моем. Я не понимаю. Ты что, куда-то уезжаешь? В Париж. Куда? Париж. Город такой во Франции. Это что, шутка такая? Какие шутки, Сережа? У меня через 2 часа рейс. Но почему именно сегодня? Потому что завтра будет поздно. Зачем тебе вообще куда-то уезжать? Я не понимаю. Ну ты что, не понял? У меня отобрали проект. Мой проект, слышишь? И отдали этой Виолетте. Козел. Как ты сказала? Фамилия такая польская. И если я через 2 часа не успею на рейс, то все. Она станет начальником отдела, а я могу подписать заявление об уходе. Все. Конец моей карьере. А ты никогда не замечала, что в жизни есть вещи, ну, поважнее карьеры, что ли? Ну что, кастрюльки, сковородки? Нет. Семья, любовь. Старая песня. Сереж, ну ты пойми. Пойми, пожалуйста, что я должна убедить Вебера. И тогда это будет виток в моей карьере. Нет, это не виток, это круг. Ты бежишь по кругу. И в этой гонке пропускаешь очень важные вещи. Нет, Сережа, я не бегу по кругу. Я бегу вперед. Потому что я хочу быть богатой, известной и знаменитой. Слышишь? Я хочу быть счастливой. А счастье – это не глянцевая картинка. И жизнь, не рекламный ролик. Как ты этого не понимаешь? А что ты предлагаешь? 15 лет просидеть на одном месте, как ты? Между прочим, уже все твои друзья имеют частные клиники. А ты простой врач. Я хороший врач. И это немаловажно. А, да, конечно. Ты спасаешь людей, ты творишь чудо. А я, между прочим, в чудеса не верю. Потому что я все, слышишь, все в этой жизни делала сама. Мне жаль тех людей, которые не верят в чудеса. Год назад ты была совсем другой. Ну, знаешь, год назад ты тоже был совсем другой. Да, я не Филипп Рэмбо с твоего плаката. Я... Подожди. Я люблю тебя, и я настоящий. Мне кажется, что именно сейчас ты должна сделать выбор. Потому что в нарисованном тобой будущем меня нет. Прости. Нехилая пробочка. Да. Я вас очень прошу, сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Я очень на рейс опаздываю. А что я могу сделать? Видите, я сам уже старенький. Машина у меня тоже старенькая. Тут уж все как пойдет, так оно и будет. Катастрофа. Ты уезжаешь, глаза отражают тех, кто попался в них неосторожно. Ты уезжаешь, не удержали, и возвратиться почти невозможно. Спрятались мысли, спряталось солнце, даже погода ведет себя скверно. Ты уезжаешь, он остается. Разве так правильно, разве так верно? А на бульварах машины, машины мигают фарами на тротуарах. Влюбленные ближайший рейс до Парижа, пожалуйста. До Парижа? Хоть стой, я умоляю.
что вам предложить из напитков? У вас томатный сок есть? Конечно. Простите, вам плохо? Хуже не бывает. Ой! Пардон! Она бомба, машины машинам мигают, парами на тротуарах, влюбленные люди гуляют, парами, а ты решила, что надо бежать. Мне кажется, в прошлой жизни я была француженкой. Да что вы! Мне так нравится все французское. И косметика, и шампанское, и даже мужчины. Ну, в таком случае я была русским в прошлой жизни. Потому что я очень люблю русскую зиму, русскую водку и русских женщин. К тому же я успел убедиться, что русские женщины не только красивы, но и талантливы. Вы предложили блестящую идею, Вита. Я не скрою. Очень заинтересован в сотрудничестве. Правда, я немного расстроен. Расстроенный? Да, расстроен. Тем, что мне придется с такой очаровательной женщиной, как вы, говорить о цене. Ну, во сколько вы оцениваете ваш проект? Полагаю, мы договоримся. Я талантлива не только в рекламе. Ну поймите же, меня ждет месье Вебе. Я должна презентовать ему свой проект. Все может быть, но у нас дресс-код, мадам. Да что вы заладили, дресс-код, дресс-код. Ну поймите же, я сначала опоздала на самолет, потом на меня пролили томатный сок. Ну, пожалуйста, пустите меня. У нас дресс-код, мадам. Вы человек или машина, вы меня слышите или нет? Ну, я пожалуйста. Я по исполнению, мадам. Ну хотите? Хотите, я встану на колени, ну пожалуйста. Добрый вечер, месье Рэмбо. Ну-ну. Гарсон, пойди сюда. За новый виток в карьере. Предали и бросили, да? Ну, вместе будем Новый год встречать. Ну, пойдем. Сворачивайся клубочком. Вот так. Эй, мадам, часы не нужны. Мимо меня вы пройти не должны. Нет, спасибо, не надо. Часы из Парижа, ни больше, ни меньше, лучший подарок для грамотных женщин. Бездарная реклама. Купи, купи, принцессой станешь, сразу опаздывать перестанешь.
Не спеши говорить «нет». Цена для тебя всего 10 монет. 10. Ну, хорошо. Вот. Так, 5 монет. Но никогда не говори клиенту «нет». Эй! Они же стоят! Как вы вошли? Что вам здесь нужно? Я пришел забрать свои вещи. В этом номере есть ваши вещи? Да. Вот эти замечательные, водонепроницаемые, противоударные, великолепные золотые часы. С какой стати они ваши? Они мои. Я их купила у уличного торговца за 10 монет. Не обманывайте меня. За 5. Иванушка-дурачок нашел и втюхал вам эти часы за каких-то паршивых 5 монет. А мог бы озолотиться. Какой еще Иванушка-дурачок? Как какой? Вот этот. Часы из Парижа, ни больше, ни меньше. Отличный подарок для грамотных женщин. Бездарная реклама. Вам виднее, вы профессионал. Так кто вы такой? И что вы делаете в моем номере? Я? Минуту назад любовался на твой зад. Понятно, я вызываю полицию. Ну что вы за народ такой женщины, а? Че, что сразу? Полиция, полиция! Ну хорошо, я пошутил, ты посмеялась. Мне сегодня не до шуток. Кто вы такой? Почему следили за мной? Вы что, сексуальный маньяк? Да, ты знаешь, мне нравятся женщины. Но чаще я дело имею с детьми. Педофил. Ты че? Я волшебник! Ну, я... Дед Мороз! Ну, по-французски Пэр Нуэль! По-английски Санта-Клаус! Но вообще у меня финские корни. Я... Ялла-Пуки! Послушайте, Пуки. Да не Пуки, а Ялла-Пуки. Это финская фамилия. Мне все равно. Я 15 лет занималась кунг-фу. И вообще, у меня черный пояс по карате, ясно? Хорошо. Какой пояс? Какое карате? Ты все хочешь казаться злой, колючей, а сама добрая, белая, мягкая. Не то, что это твоя подруга Виолетта Козел. Откуда вы знаете про... Ладно, хорошо. Попробуем еще раз. Я волшебник, Дед Мороз. В Ледовом году у меня много забот. Учебные полеты, олени, сани, упаковка подарков, утверждение бюджета. Ну, в общем, ты понимаешь. И все сам, сам. Нигде нет порядка. А тут еще часы потерял. А они волшебные. Подарок Снегурочки. А закон гласит, если я что-то потеряю, а кто-то это найдет, то я должен к нему приехать и заключить сделку. И я должна во все это верить. Обычно потерянные вещи находят дети. С ними легче. Но вы даже не похожи на Деда Мороза. А, ты имеешь в виду это? Все очень, очень просто. Вот ты смотри, стоишь передо мной в халате. Но от этого не перестаешь быть рекламистом. А я здесь, так сказать, с неофициальным визитом. Значит, можно и не при параде. А как вы потеряли часы? Курил на ходу. А разве вы курите? А где написано, что нет? У меня много вредных привычек. У тебя, кстати, тоже. Перебивать. Простите, продолжайте. Курил на ходу. Порыв ветра. Пепел попал на бороду. Пока тушил, ударился застежкой от часов и их потерял. Никогда не курите за рулем.
вообще не курите. Может, вы псих? Послушайте, ну что же вы за люди-то такие, а? Вы ж ни во что не верите. Дети. Дети верят в чудеса. Поэтому они счастливы. А вы? Рекламисты, политики, менеджеры. Вы ж ни во что не верите. Вы не верите даже собственным словам. Прям беда этого века. Нужно обязательно чудо. Хорошо. Специально для тебя. Вот так. О, Боже. Высоко. Говорю высоко. Ну, вообще-то, Дэвид Копперфильд. Слушай, что вы за люди? Ты Дэвид Копперфильд! Ладно, смотри. А! Ну? Вы... Ты, кажется, упомянул о сделке. О, наконец-то! Доперла! Так, теперь поговорим о деле. Значит так, ты мне возвращаешь часы, я выполняю твое желание. Таков закон. Ну, хорошо. Давай попробуем. Значит так. Мне нужна успешная карьера. Так. Любовь до гроба. Ага. Ну и дача в Переделкино. Ты губу-то закатай, дача в Переделкино. Одно желание. Я говорю одно. Ну, а почему ограничения? Вот у нас в России даже рыбы три желания выполняют. Послушай, ты не в России, а я не рыба. Думай. Ладно. Тогда мне нужен контракт с ФБРом. И я стану начальником отдела. Ты уверена? Что стану начальником? Нет, что это твое заветное желание. Послушай, что за допрос? Тебе часы нужны? А мне нужен контракт. Давай, колдуй. Ну. Хорошо. Иди приводи себя в порядок. Через минуту ты окажешься в постели с ФБРом. С меня подгон. Шелковое белье. Что? Какая постель? Ты что? Ну, а как ты думаешь, контракты заключаются, а? Я, между прочим, всего в этой жизни добиваюсь своим умом. Так мы до следующего года проводимся. Давай, загадывай что-нибудь другое или постель. А, хочешь во? Настоящая сумочка. Дольче Габбана. Китайская. Придешь домой, подарок из Парижа. Да у нас такими сумочками вся Москва закидана. Ну и Деды Морозы пошли. Скучно. Только и можете что в окна выбрасываться. Ладно. Я все, как всегда, сделаю сама. Только знаешь что? Для этого я должна успеть на парижский рейс. Ты хочешь открутить время назад? Да. И успеть на встречу с ВБРом раньше этой Виолетты. Козел. Я не уверен, что сейчас назвала ее фамилию. Ты сделаешь это? А? Что ж, хорошо. Будь по-твоему. Но запомни... Как только пробьет 12, часы окажутся у меня, и ты забудешь все, что с тобой было. Таков закон! Ты готова? Приятно встретить законопослушного Деда Мороза. Да, но я должен тебя предупредить. Таков закон? Да, таков закон. Если что-то пойдет не так, ты сможешь вернуться сюда, в эту гостиницу, в этот номер, в эту точку времени. Но! До того момента, пока не наступит Новый год и не пробьет 12 часов. Понимаешь? Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы ты этим воспользовалась. Но таков закон. Если захочешь вернуться, тебе нужно сделать вот так. Ну вот. Нехилая пробочка. А неужели нельзя ничего сделать? Я на рейс опаздываю. Спокойно, дамочка. С вами работает профессионал. Двойной счетчик. И не будет никаких проблем. Да. Чудеса нынче дороги. Я согласна. Ну что ж. Ты уезжаешь. Так легче и проще. Погнали! Снова ставить
по просьбе за ответы. Ты уезжаешь, а он очень хочет, чтобы закончились в кассах билеты. Жгутся слова злей красного перца. Лучше бы думала, чем говорила. Ты уезжаешь, но ёкает сердце. Что я наделала, что натворила? А на бульварах машины машинам мигают, парами на тротуарах влюбленные люди гуляют. Парами, а ты решила, что надо бежать за туманом. Глупая, ты все перепутала, все перепутала. Вы с другим рейсом собирались лететь? Угу. В последний момент передумал. Зачем время-то терять? Сегодня Новый год. Что предпочитаете из напитков? У вас сок есть томатный? К сожалению, закончился. А вино красное? Но могу вам предложить минеральную воду и яблочный сок. Сами пейте. Что будет из напитков? Яблочный, пожалуйста. А на бульварах машины машинам мигают, парами на тротуарах влюбленные люди. Прошу вас. Да руки свои убери! Убери огня руки, сказала! Я хотела... Я из русской компании, рекламной. Меня зовут Мария. А, бонсуар, Мария. Я ждал вас. Я хочу презентовать вам свой рекламный проект вашей косметики для русских женщин. Да-да-да, я уже получил материалы. В чем, собственно, суть? Слушайте, значит, когда женщина открывает свой шкаф... Ненавижу тебя! Мадам, у нас дресс-код. Вам надо успокоиться и привести себя. Так, послушай, у меня нет времени успокаиваться и приводить я себя в порядок. Меня понимаю. Ждет месье ВБ. У нас дресс-код, мадам. Дресс-код. Месье ВБ. Месье. Ну, пропустите меня, пожалуйста. Меня ждет месье ВБ. Я все понимаю. У нас дресс-код. И вот она садится в лимузин. И затемнение. И мы видим титр. Будь собой вместе с ВБР косметик. Браво, Мария, браво. До сих пор все рекламные ролики моей продукции носили несколько консервативный характер. Вы знаете, я сначала тоже так думала. Сделать акцент муж, дети, семья, но потом я подумала, нет. Нет? Нет! Никаких ассоциаций с бытом. Наша женщина, она совсем другая. Она свободная, успешная, по-настоящему деловая женщина должна быть лицом вашей чудесной косметики. Мне очень нравится такая... идея. О, Филипп,
Я рад, что ты пришел, Филипп. Привет. Я не опоздал. Ты? Ты всегда вовремя. Конечно. Разреши представить тебе нашу русскую гостью. Очаровательную и талантливую Марию. Очень приятно. Филипп Рэмбо. Я вас знаю. Вы мой любимый артист. Оу, я большой, мадемуазель. Послушай, Полли. Да. Вот, вот сценарий, о котором я говорил. Да-да-да. Друг мой, это, поверь мне, это просто гениально. Я работал над этим полгода. Вложение пустяковое, 50 миллионов. Но этот фильм с моим участием взорвет киномир. Хорошо, да. Я обязательно прочту. Хорошо. Мадам и месье, хочу предоставить слово основателю концерна Weber Cosmetic, месье Полю Франсуа. Господи, я должен вас оставить. Прошу приветствовать. Прошу вас. Мария, Мария, да? Послушайте, Мария, а как вы находите предновогодний Париж? Он чудесен. Правда, я только сегодня прилетела и совсем ничего не увидела. Ну что ж, я могу исправить это маленькое недоразумение. Сейчас здесь начнется такая скука. Послушайте, если вы никем не ангажированы, мы можем уехать отсюда прямо сейчас. У входа меня ждет лимузин. Пойдемте. Смотрите, ваш плакат. У меня дома такой же. Ну, в жизни-то я лучше, чем на плакате, а, Мария? Пойдемте. Гарсон, еще шампанского. Да? Филипп, расскажите о себе. А что, например? Я знаю, что вы очень много занимаетесь благотворительностью. Я читала ваше интервью о проблемах экологии. Это потрясающе. Ты так наивна, детка, это очаровательно. Я? Ну да. Ты понимаешь, какая штука? Интервью – это же одно, а жизнь… Жизнь – это другое. И вообще мне не нравится эта экология. Очень сложная тема оказалась, понимаешь? Ошибка моих пиарщиков. Ну, смотри, смотри, мясо нельзя, меха нельзя, ничего нельзя. Тачку себе нормальную, машину и ту позволить не могу. Все же следят, понимаешь? А зачем мне тогда деньги? А зачем мне слава? Зачем мне все это? И сюда. У меня сейчас новая тема. Мой продюсер считает, что помогать больным детям – это очень круто для моего имиджа, понимаешь? Я же супергерой. И потом это не так хлопотно для меня. Приехал раз в год в больницу, сфотографировался со всеми, и все, дети плачут от счастья. Ну, давай выпьем. Ты себе не представляешь, как тяжело быть звездой. Ты не понимаешь, это же бесконечная гонка, понимаешь? Это же нужно все время быть на гребне. Да нужно... А мой продюсер просто зверь. Ты знаешь, он следит за каждым моим шагом? Что я делаю, где я бываю, что мне есть, что пить, что не пить? Все, все, за всем следит. Слушай... Слушай. Вот ваш столик. Спасибо. Имею я право расслабиться, а?
Ну, хоть раз жизнь под Новый год, а? Да, конечно. Давай. Давай-ка сегодня оторвемся по полной, а? Угу. Мсье Рэмбо? Вы ведь Филипп Рэмбо? Да. Мсье Рэмбо, я так люблю все ваши фильмы. Вы себе не представляете. Спасибо. Вы гений. Я вас обожаю. У меня дома полно ваших плакатов. Ну, вот отлично. Сейчас. Ой, не надо ничего. Вот, вот. Мсье Рэмбо, мсье Рэмбо, я так мечтаю получить ваш автограф. Пожалуйста, прошу вас. Распишитесь вот здесь. У вас есть ручка? Да, вот. Оу. Ну, хорошо. Как вас зовут? Меня Жанет. Присаживайтесь. Смешная. Я не могу поверить собственному счастью. Да. Мсье Рэмбо, я вас увидела первый раз на экране еще 5 лет назад. Держите. Мсье Рэмбо, я в вас влюбилась. Ну, это понятно. Да. Слушайте, ожите мне все. Вас, вас. Мсье Рэмбо. Зовите меня на «ты». Зовите меня просто. Филипп, я же не так стар. Ну что вы, мсье Рэмбо? Ой, Филипп. Ой, Филипп, Филипп. Вы потрясающий, Филипп. Ну все, все, все. Ну все, тихо. Заки, Заки, слушайте меня внимательно, слушайте. Сейчас снимаюсь у Люка Бессона. Пустой боевичок, как все у него. Но я там по-настоящему хорош. Это все говорят. Вам известно? Знаешь, играю такого крутого парня, любимца женщин. Ну, все женщины без ума. Мсье Рэмбо, вы всегда крутой, всегда. И все ваши герои, и вы просто супермен. Ну, слушай, ну а кого мне еще играть, а? Ну, не врача же, из скорой помощи. Действительно, да. Ну, почему же? Мне кажется, что врач — это достаточно благородная мужская профессия. Ой, зайка моя, поверь мне, это скучно. Просто скучно. Инспектор Грандель, мадам. Криминальная полиция. В чем дело? Мадам, вы подозреваетесь мною в причастности к хищению ювелирных украшений. Кто? Я? Только скандала мне не хватало. Либо вы... Так, это может плохо отразиться на моем имидже. Уходим отсюда. Пошли, 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 пошли. Я? Да, и ты тоже. Давай, вставай. Пансях, не надо нам этого. Давай, пошла. Пошла, пошла, пошла. Я настаиваю. До свидания. Все. Ой, какой чудесный Так. Это что? Здрасте. Твоя машина, Филипп? Ага. Боже мой. Куда? Боже мой, какая машина. Невероятно. Давай. Какая машина. Ой, Филипп. Так. А меня? Подвесь, меня с собой берете? Ну, конечно, давай. Берете меня? Иди сюда. Боже мой. Оп. Ты прелесть. Мне честно, ты прелесть, чудо. Ну, ты прелесть. Ну, какая же ты. И ты прелесть. Чё-то не пьёшь, а? Зайка, ну-ка, давай. Назовите меня, пожалуйста, Зайка. Давай, Зайка. Подожди. Подожди, а чё ты обиделся-то, а? А кто ты, а? Кто ты, зайчик? Если ты не зайчик, да? Я вот тоже зайчик. И я. И я тоже зайка. О, и ты зайка. Тихо. Дай мне сюда. Дай-ка, держи. Молчи. Давай, одевай. Я не буду это надевать. Давай. Я не хочу. Ну, давай, я сказал. Я не буду. Давай. Тише, давай. Филипп, это не смешно. А я не Филипп. Не Филипп я. Не Филипп. Я Клод де Брюсак. Я королевский зайчик. Меня заколдовали в детстве, а я хочу обратно в лес к нашим. Я зайчик. И ты заяц. Заяц. Так, дай сюда. Давай. Остановите машину. Я сказала, одевай. Ну-ка, одевай.
Зайчик. И ты заяц. Заяц. Тогда сюда. Давай. Пожалуйста, не надо. Остановите машину. Я сказала, одевай. Одевай. Ну-ка, одевай. Одевай, сказал тебе! Ты вообще в курсе, что со мной произошло? Да. Ты сейчас похожа на крольчиху, которая только что родила этого скунса. Не смешно. Вот удивляюсь я тебе, милочка. Сама морочишь людям головы, делаешь рекламу, а готова поверить в какого-то сказочного принца с глянцевой обложки. Да, ты прав, я поверила. Я на самом деле думала, что он почти идеален. Так красив, благороден, разносторонен. А он оказался ничтожеством, и к тому же психом. Вот! Вот! Во всем, что с тобой произошло, я вижу глобальную аллегорию! Что вы с нами делаете? С нами, простыми людьми! Вы политики, рекламисты, журналисты! Вы превращаете нас в кроликов, а потом... Вообще ведет с нами плохую игру! Какая же я дура, я еще Сережу в пример его ставила. Да! Да! Наконец-то ты прозрела, как он только тебя терпит! Это не твое дело. Ах так, хорошо. Слушай. А ты мне скажи, а что, мой разговор с выбором не состоялся? Ну, конечно, нет. Мы опять в твоем номере. Пиджак твой. Залит томатным соком. Фу. Выходит, я зря старалась. Придется все начинать сначала. Как сначала? Опять сначала? Ну, конечно. Я ведь вернулась до полуночи, так? Значит. Значит, мое желание не засчитано. А если оно не засчитано, значит, отправляй меня обратно в такси. Я хочу успеть на парижский рейс. Давай. Загадай что-нибудь вещественное. Сумочку от Дольче Габбана, китайскую. Шляпу от Кортье. Я очень упряма. Делай, что тебе говорят. У тебя нет другого выхода. Ты ведь законопослушный, Дед Мороз. Шантажистка. Так будешь прыгать туда-сюда, обратно? Обещаю это в последний раз. Выбор уже признал мою идею гениальной. Значит, все пройдет быстро. Ну, давай. Обещаешь? Угу. Последний раз? Ты сюда не вернешься? Обещаю, в последний раз. Ну, давай колдуй, Пуки. Ялопуки. Это финская фамилия. Ладно, хорошо. Будь по-твоему, зануда. А на бульварах машины мигают фарами на тротуарах. Влюбленные люди гуляют парами, а ты решила, что надо бежать за туманом. Глупая
Добрый вечер, месье Обер. Не будем терять времени. Я знаю, что вы сочтете мою идею грандиозной. Я не понимаю, мадам, вы о чем? Ну как-то о чем? О наших с вами отношениях, о контракте, разумеется. О брачном? Добрый вечер, месье ВБ. Меня зовут Виолетта, я представляю московское рекламное агентство. Бонсуар, Виолетта, я ждал вас. Простите, мадам, я могу с вами поговорить попозже? Нет, месье ВБ, я сейчас вам все объясню. Послушайте, никаких ассоциаций с бытом. Исключительно успешная, деловая женщина. Должна быть лицом вашей замечательной, чудесной косметики. Вы понимаете, нет? Не совсем, мадам. Я думаю, будет лучше, если вы поедете домой. Артю, проведите, мадам, и вызовите ей такси. Да не надо мне никакого такси, я здесь не за этим. Послушайте, я вам сейчас все объясню. Успешная, поверьте, деловая женщина, мадам. Садится в лимузин. Затемнение, ВБР, косметик. Да, послушайте, это был мой проект! Хочу подавать вам свой проект рекламной кампании вашей косметики для русских женщин. Да-да, я получил материалы. Так в чем же суть? Найдем местечко поуютнее. Отдыхает и просил ее не беспокоить. Понимаю, месье. Если будут звонки, не соединяйте. А если будут спрашивать меня, скажите, что я буду под утро. Не беспокойтесь, месье. С Новым годом вас. И вас. Здравствуйте, я хотела бы снять у вас номер. Вы бронировали? Нет. Но у вас же есть свободные номера? Сожалею, мадам, в новогоднюю ночь свободных номеров нет. Но у меня был номер. Хотя контракт с Убером мне тоже был. Мне очень жаль, мадам. Приходите завтра после обеда. Как раз освободится двухместный люкс. Завтра мне надо уже лететь в Москву. Excuse me. Извините, мадам, мне очень нужна бабиситер. Простите, мадемуазель, я оказался невольным свидетелем вашего разговора. Еще раз простите, что я лезу не в свои дела, но мне кажется, я бы мог помочь вам решить вашу проблему. Мою проблему не смог решить даже Пернель. Я не берусь с ним тягаться, но все же. Простите. Ничего. А вы что, хотите освободить мне свой номер? Нет. Я бы мог составить вам компанию в новогоднюю ночь. Mm. Просто я остался один в этом сказочном городе. И вы, как я понял, тоже. Вот я и подумал. Послушайте, что я очень признательна вам за участие. Но этот Новый год я встречу одна. А где? В холле гостиницы или на улице? Я что-нибудь придумаю. А между тем, времени на раздумья остается все меньше. Новый год настанет через полтора часа. Да, и простите, я забыл представиться. Викон де Бревиль, ювелир из Брюсселя. Просто Мария, неудавшийся рекламист из Москвы. Ну, не говорите так. Мы же никогда не знаем, где найдем, где потеряем. Забавно. Бревиль Диамант. Вы собирались открывать сеть ювелирных магазинов в Москве. Мы даже хотели предложить вам быть нашими клиентами. Ну, считайте, что только что я принял ваше предложение. В Париже один единственный ресторан. Это очень милое место, вам понравится. Идем? Прошу. Нас здесь ждут. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, по фасту. Спасибо. Ты не представляешь, как тяжело быть звездой. Это бесконечная гонка.
Понимаешь, нужно все время быть на гребне. А в экологии, про которую ты спрашиваешь, это уже старая тема. Смотрю на вас, Мария, и понимаю, что вы способны затмить любую коллекцию украшений. Позвольте сумочку. А зачем мне все это? Зачем мне тогда деньги? Зачем мне слава? Зачем мне все вот это? А вы давно в ювелирном бизнесе? С самого рождения. В моей семье это дело передается от поколения к поколению. Ювелирный бизнес отнимает очень много времени, поэтому я в Париже не частый гость. Я бываю здесь раз в год и, как правило, один. А простите за нескромный вопрос. Там, в отеле, я слышала, вы говорили, мадам Вийон. Это ваша жена? Да нет же. Это моя бабушка. Я, к сожалению, пока не женат. Смотрите внимательно. Не встретил женщину своей мечты. Я рекомендую вам не ошибиться, месье. Ищите, ищите. Покажите, покажите мне пальцы. Ну, будут. Простите, Мария, я вынужден вас покинуть. Северян. Ненадолго. Быстро за дело. Да. Филипп Рэмбо! Да, да, здравствуйте. Боже мой, как я люблю эти ваши фильмы. Добрый вечер, мадемуазель. Надеюсь, вы позволите. Простите за нескромность. Давно вы знаете этого человека? А в чем, собственно, дело? Полагаю, вы догадываетесь, в чем, собственно. Если учесть, что я инспектор полиции. Простите, здесь, видимо, какое-то недоразумение. Я русская. Месье де Бревиль пригласил меня. То-то и оно. Что месье де Бревиль тоже русский. Его настоящая фамилия Карнаухов. Но вы, конечно, об этом ничего не знали, мадам. Нет. Как забавно получается, правда? В парижском ресторане сидят двое русских и мило беседуют по-французски. Забавно, правда? Ну, как дела, мой друг? Ему удалось уйти, месье Грандель. Крупная рыба ускользнула. Не беда, Максимилиан. В нашей сети попалась другая рыбка. Возможно, еще более крупная. Итак, разрешите представиться. Инспектор Грандель. Криминальная полиция. Я подозреваю вас в пособничестве, в похищении фамильных драгоценностей мадам Вийон. Мадам Вийон? Ага. Ограблена бабушка месье де Бревиля. Ограбили бабушку, мадам, ограбили. И вы знаете, кто организатор преступления? Это господин Карнаухов, Алексей Карнаухов. Известный жиголо, мошенник, вор. Он убежден был, что жертва не обратится в полицию. Однако мадам Вийон все же обратилась к нам. Простите, я не совсем понимаю, вообще, что здесь происходит? О, только скандал мне не хватало. Так, встаем. Да, бабушка. Да, ты тоже, давай. Так, не надо ничего. Пошли, пошли. И не надо делать такие большие глаза, мадам. Позвольте посмотреть вашу сумочку. Что вы делаете? Вы не имеете права. Вы слышите меня? Спокойней, мадам, умоляю, спокойней. О, вуаля. О-ля-ля. Ну, послушайте, ну я же вам говорю, что я не трогала это колье, меня просто подставили. Вы опять за свое, мадам. Ну, вы мешаете мне составлять протокол. Максимилиан, перестаньте чапкать. Ну, послушайте меня, я не виновата.
Факты, мадам, факты. Факты – упрямая вещь. Именно в вашей сумочке были найдены фамильные драгоценности мадам Вийон. Да я к ним даже не прикасалась. На них же нет отпечатков моих пальцев. Тогда вам нечего бояться. Но эту ночь вам, увы, придется провести за решеткой. В непривычной для вас обстановке. Ты черт побрал. Максимилиан! Ишь ты! Еще кусается. Ну? Аккуратней, аккуратнее, это женщина. Я вам еще сегодня нужен, инспектор? Нет, нет. Все, что вы могли, вы уже сделали, Максимилиан. Счастливо оставаться. С Новым годом. Угу. И вам того же. Ну, слезьте же вы со стола. Ну, неприлично же. Ну. Ну, я могу хотя бы позвонить. Естественно, мадам. Один звонок вам положен по закону. Пожалуйста. Старый полицейский, мадам, но на этот вопрос я вряд ли вам дам ответ. Ой, ну только умоляю вас, ну не надо, ну не надо этого мокрого дела, я этого не люблю. Давайте считать, что ну, нам с вами обоим сегодня просто не повезло. А вам-то почему не повезло? Почему? Видите? Все дома, празднуют со своими семьями, а я здесь вот с вами. А знаете почему? Потому что у вас дурной характер. Нет, просто у меня нет семьи. Как она красива. Правда? Как Мадонна. Это моя жена. Жаклин. Взяла и умерла 5 лет назад. Мы ведь договаривались с тобой, договаривались дожить вместе до глубокой старости. Так жаль, что мы не родили с ней детей. Нет ничего страшнее одинокой старости. О! Это наша любимица Нэнси. Знаете, таких умных собак не бывает. Такая ласковая, нежная, верная. Совсем старая стала. И умерла 1 год назад.
Я вам сочувствую. Правда. Кушать хотите, мадам? У меня есть прекрасные булочки и бутылочка безалкогольного сидра. Спасибо. Я славно поела в ресторане. Тогда я, увы, должен проводить вас в камеру. А месье полицейский, а можно мне все-таки булочку? Вот, мадам. Вот это первое ваше верное решение за весь вечер. Правильно? Никогда нельзя опускать нос. Да, предположим, вы угодили в тюрьму, но все равно держите хвост пистолетом. Раз влипли в неприятную историю, надо сохранять мужество. Ну, эй, прием! Надо... Прием, ты слышишь меня? Эй. Мадам, вы чего творите? Мадам, положите часы. Эй, я... Нэй. Я Нэй. Прошу вас. Ты слышишь меня? Я в беде, слышишь? Черт. Ты слышишь меня, нет? Мадам, Нэй, положите прошу, часы. Ты что, не видишь, что я в беде? Ну, где ты там? Ты что, спишь? Мадам, ну, я приму самые суровые меры! Мадам! Прикайте, прикайтесь! Только не вздумайте кусаться, я старый человек. Пустите. У меня слабый иммунитет. Хватит! Стоп! Ты же сказал, что ты здесь больше не будешь появляться! Я попала в экстремальную ситуацию. Сними с меня это скорее. Сейчас. Боже! Почему часы не сработали? Ты что, хотел бросить меня в беде? Где был занят? Фу. Да, мне звонили из министерства. Понятно, чем ты был занят. Ты алкоголик. Ах. Неблагодарная. Вот и спасай тебя. Ну ладно. Как плохо ты. Ладно, не обижайся. Знаешь, у нас в России все Деды Морозы алкоголики. Это знает каждый ребенок. Да? Да. О, замечательно, пора в Россию. А ты знаешь, что меня чуть не посадили за кражу? Да. Потому что у тебя есть талант притягивать к себе неприятности. Потому что ты видишь, что я глупо, глупо и неприлично. Злоупотребляешь шампанским? А кто бы говорил? Бегаешь за мужиками! И каждый раз не за тем, за кем нужно. Поэтому появляешься то с заячьими ушами, то в наручниках. Почему у меня на этот раз ничего не вышло с ВБРом? Потому что это не день сурка. Раз на раз не приходится. И вообще, людей часто губит самоуверенность. Я это дело обтяпаю быстро, раз тварь готова! Признайся, ты ведь знал, что у меня не выйдет ничего в этот раз. Даже если бы я это знал, я не имею права вмешиваться. Таков закон! Интересно, почему Сергей не подошел к телефону? Может, его вызвали в больницу? По-моему, ты сказала, что это не мое дело. Слушай, ведь еще нет 12. Значит, мое желание не засчитано, так? Нет. Ты не зайчиха. Ты хитрая, коварная лиса! А я... несчастный. Нет. Всеми брошенный. А я милый. Я несчастный человек. Ты самый лучший, Пуки. Ялапуки. Это финская фамилия. Ну хорошо, Ялапуки. Загадывай желание. Отправляй меня обратно в такси. Нет! Нет! Только не это! Хочешь шубку нейлоновую от Юдашкина? Сумочку от Дольче Габбана, китайскую. Шляпку от Картье. Оставь все это своей Снегурочке, а я должна успеть на парижский рейс. Ты авантюристка! Надо было тебя в тюряге оставить навсегда! С
Слушай, кого ты мне напоминаешь? Ой, не надо заговаривать мне зубы. Хочешь побыстрее от меня избавиться? Еще как. Тогда колдуй. Хорошо. Желание остается прежним? Да. Ты уверена? Послушай, у меня к тебе одна просьба. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ничего не покупай у уличных торговцев! А у меня к тебе просьба. Никогда не пей на рабочем месте. Упс. Машины машинам мигают, парами на тротуарах. Влюбленные люди гуляют, парами, а ты решила, что надо бежать за туманом. Глупая, ты все перепутала. Все должно быть. Какая дрянь! Месье Уберт, добрый вечер. Меня зовут Мария, я представляю... Вы видели? Это оно специально! Московское рекламное агентство. Сварнер, ждал вас. Ну да, у нас дресс-код. Вам надо успокоиться и привести себя. Так, послушай, у меня нет времени успокаиваться и приводить себя в порядок. Меня ждет месье Уберт! У нас дресс-код, мадам. Дресс-код. Месье Уберт! Пожалуйста, между ДСВП. Затемнение и надпись. Будь собой вместе с ВБР Косметик. Браво! Браво! Ты тупой, бесчувственный баран! Да ты знаешь, сколько стоит это платье? Все может быть, мадам. Добрый вечер, месье Рамбо. О-ля-ля. Какая дрянь! Нет, ну вы видели? Какая дрянь! Мадам, вам нужно успокоиться. А я уже успокоилась. К тому же, я мадемуазель. Попрошу не путать. Ну что, справился с хрупкой девушкой, да? Я при исполнении, мадемуазель. А ты очень даже ничего, Артю. Я все равно вас не пущу, у нас... Знаю, знаю, дресс-код. А мне больше туда не нужно. Я передумала. А что же вам надо, мадемуазель? А я сейчас все объясню. Все очень просто. Мадам Эмиссия, хочу предоставить слово основателю концерна ВВР Косметик, месье Я вынужден вас оставить. Да, конечно. Да. Мария. Мария. Ну, как вы находите предновогодний Париж? А вы знаете, он чудесен. Да. А? С Новым годом. Не понял. Это она.
Мадам Вийон отдыхает и просила ее не беспокоить. Если меня будут спрашивать, скажите, что я буду под утром. Хорошо, месье. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы снять у вас номер. Минутку. Вам повезло, мадам. Как раз освободился двухместный люкс. Это большая редкость в новогоднюю ночь. Да, уж раз на раз не приходится. Простите? Я говорю, что мне вообще сегодня везет. Простите, мадам. Мне срочно нужен, нужна бэби-ситер. Боюсь, что я не до конца поняла вас. Как это слово звучит по-французски? Как няня? Человек, который может посидеть с ребенком, пока я буду отсутствовать. Сожалею, месье, но такой услуги в нашем отеле нет. Ну, может, кого-то из персонала попросить. Поймите, девочка совсем маленькая, ей 6 лет, а меня срочно вызывают на работу. Ну, боюсь, что в новогоднюю ночь я не смогу никого найти. Ваш номер 311, третий этаж, мадам. Спасибо. Девочка растет без матери, она боится оставаться одна. Что мне делать? Не знаю, возьмите ее с собой. Куда? Это невозможно. Вовсе ей даже негде будет прилечь. Послушайте. Я могу посидеть с вашей девочкой. Даже не знаю, что бы я без вас делал. Да что вы, мне это совсем не сложно. О, простите, я ведь даже не представился. Джордж Сандерс из Бостона. Мария. Очень приятно. Кстати, почти пришли. Прошу вас. Вот. В чем дело? Куда ты собралась? Меня не было всего 22 минуты. Почему ты не спишь? Звонил твой телефон. От Яростепа. Забыл трубку в номере. Джесси, познакомься. Эту молодую леди зовут Мария. Она побудет с тобой, пока я буду занят на работе. Привет, Джесси. Прошу вас. Джесси. Джесси, посмотри, что я тебе купил. Нравится? А мама подарила бы мне платье со снежинками. Ну, хорошо. Спи. Я скоро вернусь. Джесси очень изменилась после смерти матери. Она раньше была веселым ребенком. Я похоронил Линду год назад и умер вместе с ней. Ну что ж, поеду в офис. У нас зависла программа, это катастрофа. Постараюсь вернуться как можно быстрее. Поезжайте, все будет хорошо. Спасибо, вы ангел. Никому об этом не говорить. Хорошо. Знаешь, кто это? Санта. Это местный волшебник. И зовут его Пернель. Волшебников не бывает. И Санты тоже не бывает. А если я тебе скажу, что я сама его видела? Вы взрослые, вы все время врете. Ну, почему ты так думаешь? Папа говорит, что моя мама стала ангелом. А она просто умерла и бросила меня. Волшебства не бывает. Знаешь, Джесси, а мы с тобой очень похожи. Я тоже когда-то не верила в чудеса. Но в твоей жизни обязательно появится волшебник, и ты вновь поверишь в чудо. Thank you.
Алло. Ах, это ты? Зачем звонишь? Ах, поздравить меня с Новым годом. Спасибо, Феликс. Да, у меня все хорошо. ВВР в восторге от моего проекта, и на следующей неделе мы подписываем контракт. С Новым годом. Маша! Машенька! Маша! Я не слышу тебя, Маша! Ты можешь громче? Отлично. Мадемуазель Козёла будет довольна. Очень вас просим ее возвратить. Она нужна нам для того, чтобы стать счастливыми в будущем. С Новым годом, Маша. Рум-сервис, мадам. Тебе идет эта жилеточка. Спасибо, мадам. Ваш завтрак, мадам. Спасибо. Как самочувствие, мадам? Хуже некуда. Да, мадам. При вашем таланте попадать в дерьмо, вы удивительно долго живете, мадам. Почему ты здесь? Часы ведь давно пробили 12. Да жалко тебя стало. Не бросать же тебя в таком состоянии. А что со мной случилось? Тебя ограбили. Грабитель упал с лестницы и сломал ногу. Ня, две. А где твои часы? Ну что ж, мое желание исполнено. Контракт с Убером у меня, у тебя твои часы и... Спасибо тебе. Не за что. Ты все сделала сама. Благодаря тебе я очень многое поняла. Знаешь что? Если бы я сейчас нашла твои часы, я бы загадала совсем другое желание. Мы часто сами не знаем, чего хотим. Что собираешься делать? Вернусь в Москву. Но сначала мне нужно завершить несколько дел в Париже. Каких? Волшебных. Если честно, я не отказалась бы от твоей помощи.
там. Это ты, Алекс? Это горничная, мадам Лио. Я принесла вам чистые полотенца. Ночью? Я спала, милочка. Оставьте и уходите. С Новым годом, мадам Лио. А скажи-ка мне, жена, что у нас сегодня на десерт? Не хочу я больше круассанов. Жаклин, ты прекрасно знаешь, что от профитроли я толстею. Я не капризничаю. Почему я капризничаю? Конечно. Конечно, стаканчик сидра я с удовольствием выпью. Кто там? Тебя как зовут? Нэнси? Хочешь, давай встречать Новый год вместе. Я же не против. Как же не бывает? Бывает? Я сразу же пришел к тебе, как только узнал, что ты не веришь в волшебников. И вот что я тебе принес. Это же то самое платье со снежинками. Да? Подарок от твоей мамы. Мама? Да. Ты видел мою маму? Конечно, видел. Она меня бросила. Что ты? Что ты? Нет, она просто... Она просто превратилась в ангела. Теперь живет на небесах. Но она все так же тебя любит. И заботится о тебе. Просто ты не можешь ее видеть. Так, значит, папа говорил правду. Конечно, он говорил правду. А теперь ложись спать. Засыпай. Все будет хорошо. Вот и все. Спасибо тебе. Я буду скучать. Ты милый. Ты тоже. Приятно было познакомиться. Взаимно. Все-таки мы с тобой нигде не встречались, а? Может, у тебя есть где-то брат-близнец? Я такой один на свете. Желаю тебе счастья, Маша. Спасибо. Пока.
Вовочка. Я говорю, нехилая пробочка. Как бы вам на самолет не опоздать? Разворачивайте машину. Чего-чего? Я никуда не лечу. Разворачивайтесь. Мне очень нужно домой. Хозяин барин. И постарайтесь, пожалуйста, объехать пробки. Я очень спешу. Мадам, не волнуйтесь, с вами работает профессионал. Двойной тариф, и все будет в порядке. Помчится время, бешено по кругу, меняя маски, лица, города. Покажется, что кто-то просит вьюгу лишить тебя надежды навсегда. Но ты вернешься к самым ночам, сомнения ломая словно лед, и все, о чем ты так мечтала, придет. Придет, а счастье горячее и настоящее так близко, всего только пара шагов. Спасибо. В каких облаках ты витаешь, красавица спящая? Проснись. Тебя ожидает любовь. Проснись. Тебя ожидает любовь. Эх вы, лифт так и не починили. Ну я же говорил, лифт это не наше ведомство. А ваше ведомство может починить протекающий кран? Ну, кран это другое дело. Кран же не лифт. Здорово, 102-я квартира, хорошо? А, где... Ведьма живет, да? Нет, она не ведьма, она просто очень одинокий человек. Ну? Послушайте, а вы мне очень одного Деда Мороза напоминаете. Пэр У меня финская фамилия. Привет. Я никуда не еду. Да? А как же карьера? Париж? Город такой, во Франции. Есть вещи намного важнее карьеры. Кастрюльки, сковородки? Семья, дети. Нет. Тебе нужен виток новый. Это бег по кругу. Ну, хорошо. Тогда я хочу знать, что с тобой произошло за этот час. Волшебство. Я люблю тебя. А то мы не успеем проводить старый год, а он был волшебным. Алло. Мария. Здравствуйте, Данила Исаевич. Я только что узнал, что Виолетта Козел так и завалила презентацию Вебера. Такое впечатление, что не она автор этого проекта. В связи с
с этим она уволена. Феликс, разумеется, тоже. Ну, не буду тянуть кота за хвост. Я предлагаю вам занять его место. Можете приступать к обязанностям с Нового года. Я вам очень признательна, но я не смогу принять ваше предложение. Почему? У меня семья. Ей нужно уделять очень много времени. Хорошо. Но хотя бы начальником отдела вы можете быть? Ну, начальником отдела могу. Вот и отлично. ВБР будет у нас в начале января. Изучите материалы проекта. Я их знаю наизусть. Умница. С Новым годом, Мария. И вас с Новым годом. Я буду презентовать свой проект ВБР. Как ты думаешь, а может этому французу предложить нечто совсем иное? Другой проект. Что-нибудь такое теплое, домашнее, семейное. Уверен. Это будет здорово.